Всем снова привет, ребята! Вы на канале многодетной семьи Тарантиных, и по просьбе одной нашей подписчицы мы снимаем уже второе видео с улитками, с видами новых улиток. Это Ахатина фуликарадация. Здесь у нас присутствует два альбиносика и два стандартика. Вот альбиносики, как вы можете заметить, у них белая ножка, а у стандартиков она темненькая. Улиточки эти очень хорошие, они неприхотливые, очень красивые. Вот если посмотреть, сейчас поверну вот так вот. У альбиносиков вот незаметно, да? А у радации, если присмотреться, то розовеет ракушка. Очень хорошо розовеет ракушка. Вот такие вот, они пока еще у нас малыши. Нас многие спрашивают, будем ли мы разводить этот вид или нет. Мы их не будем пока разводить, потому что они еще маленькие. Ну, в будущем посмотрим. Кладок пока от них не было, так как они еще малыши. И поэтому я не тороплюсь их разводить. Пускай растут себе на здоровье, кушают они хорошо. Они неприхотливые, они очень красивые. Вот как вы можете посмотреть, стандартик у нас вылез. Видите, у них полоска на спинке. Очень красивые. И вот здесь вот один альбиносик вылез. Кушают они у нас все, как бы морковочку, кабачочек, тыковку очень любят. Вот этот вид почему-то, не знаю почему. Очень любят вот салат тоже, но зеленый. Поэтому я им больше зеленого положила, чем красного. Красного они не очень едят. Потом, что они у нас еще любят? Помидорки любят, огурчики любят. Ну вот как бы и все. Обязательно, вот в первом видео про каракулусов, когда я снимала, обязательно, ребята, им нужно давать кальций. Это скорлупа и мел, кормовой мел. Это обязательно для того, чтобы у них росла красивая ракушка и ровненькая, и крепкая. Это самое главное, чтобы она была крепкая. Ну, вот такие вот новый вид улиток сегодня вот вам показываем. Вот они вот, видите, вылазят потихонечку. Вот там вылазит тоже. Сейчас и этот скоро вылезет. Кушают. Их всего у меня 4. Вот 2 стандарта и 2 альбиносика. Живут они вместе в одном контейнере. Вот такие вот красивые улиточки. Если вам понравилось, поставьте лайки. Подпишитесь на наш канал. И всем пока-пока!